Сегодня 15 апреля, значит, открытие навигации. Вот на той стороне стоит лодка чья-то. Ну, не суть. Мы приехали еще на снегоходе. И вот уже поклевывает рыбка. Вот это уже второй мальчик. Все по старой схеме. Всем привет. Сегодня 15 апреля. Сегодня выбрались на речку половить гольца. Уже открылся сезон водомоторной техники, но мы еще добрались до наших мест на снегоходе. Вот. Еще, ну, прохладно, так холодно. Минус 3 было утром. Решили с лодки пока не заморачиваться. На снегоходе еще проехать можно. Поэтому сейчас проехали, уже половили. Рыба есть. Сейчас попробуем половить на камеру, как обычно. Будет клевать, не будет. Сейчас посмотрим. Сегодня я ловлю на блесенки нашей российской фирмы «Форма Атом». Компания называется «Миари». Разлавливаю цвета, тестирую. Ну, рыбка присутствует. С утра клевала, конечно, получше. Сейчас попробую. Блесна весит 3 грамма. Делаем заброс. Даем блесне углубиться. И начинаем медленную проводку. 2 подтвича, пауза. В это время блесна совершает колебания на натянутом шнуре. В момент, получается, провисания, в момент свободного падения блесны, происходит поклевка. Клюнул. Ха-ха-ха. Дождались. Что-то нормальное такое. Ну, такое, средненькое. Обычный размер, типичный. Нет, такой крупненький. Блесна, кстати, 3 грамма стоит. Опа! О, хороший! Сейчас покажу. Он даже самый крупный на сегодня. За сегодня. Вот, на блесенку 3 грамма. Такой красавчик. Заглотился, как положено. Рыбу мы берем, поэтому всегда его, хоп. Сейчас попробуем еще разок. На розово делаю. О, опять дернул. Которую я сказал? Да. Там Никита ловит на резину. Я ловлю на блесенку. Зловил вот такой цвет. Оп. Кому не нравился такой цвет. Желтая подложка, розовый. Офигенно ловит. Вот. Рыбачим стрим. Время 7:23. Так, ну поставил полностью оранжевую. 4,5 грамма. Она уже летит. Метров на 50 свободно. Я на нее с утра уже ловил. Опа! Вот для ценителей классики. Цвет просто оранжевый. Чу-чу-чу. Какие бойки. Это, видимо, утренний клев. Пока. Сейчас посмотрим. Даем углубиться. Лучше ее прямо на дно положить. И от дна делать проводку уже. О, поклевка была. В общем, комплект у меня на весну стандартный. Удочка, ну, спиннинг до 14 грамм, вот этот конкретный. Но я уже говорил, когда мы снимали гольцовую рыбалку на джиг, что мне кажется, что тест у нее завышен, потому что, ну, что-то она слишком тоненькая. Катушечка 2500, шпуля под тонкие шнуры и, соответственно, шнур 0,6 PE, это 0,120, что-то там 8.
Вот и все. Ловим гольчика в этот раз на блесенки, на маленькие блесенки. Разловили. Сейчас покажу рыбку, какую поймали сегодня. Вот наш сегодняшний улов. Ну, десяток гольцов у меня. Вот наш снегоход. Мы сегодня приехали вот по этой дороге через лес. Вот там вот дальше Авача впадает в Холмовидку. Это собачий остров получается. Вот это ответвление дальше пошло, вот собачий остров. То есть мы вот тут находимся. Но снега еще полно. Снега еще полно. По лесу проехать на снегоходе можно, но уже временами там где-то бревно, где-то что. Дерево, корча. Сегодня штиль. Круто. Рыба плещется, но вот клевать стало похуже. С утра прям, ух, клевало нормально. Вот сегодняшние бойцы разловленные. Все поймали по два, по три. Кстати, по поводу оснащения, вот такой вот одинарник. То есть стандартный, с блесной идет. Хороший. Гольца держит. Все нормально. Можно не менять. Все отлично. Сейчас пойдем посмотрим, что там Никита наловил. Никита тоже экспериментирует и на резину, и на блесну. У Никиты сегодня была задача разловить свои новые приманочки. Оба-на! Слушай, они в очках так ярко-ярко выглядят, или они на самом деле такие яркие? Красивые. Такие вот. Никитин улов. Никита, где сачок? Звезда наша. Ну давай. Давай, лови. Вымолил. Ждали, ждали поклевку. Дождались. Опа. Вот. Показывай чигахопу. Рыба ловится на все сегодня. И на блесна, и на силикон. Нифига, он заглотил. Слушай. Подожди-ка. Вообще нормально. Нормально. Все конкретно. Все по-честному. Слушай, ну... Ну да, это что-то прям так жадно. Что там головка? 1.5 грамма? Да, вот такая вот. 1.5 граммовка. Интересная приманочка. В общем, Никита нашел рыбное место. Я решил его обурить. Во. Так обоих видно. Честно, далеко бросаю. Короче, это батл. Резина против блесны. Никита ловит на резину собственного производства. Я ловлю на блесну из СССР. Форма Атом. О, у меня была поклевка. О, у меня тоже. Брушка. Потому что у нас тут многие постоянно спорят, что лучше ловит. А, понятно, короче, походу, что лучше ловит. Опа! Слушай, крупный. Один. Хороший. Опа, 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 опа. Аж волна пошла. Что, поймал? Вот, короче, на сегодня пока, на данный момент, самый, наверное, крупненький клюнул на блесну 3 грамма. Просто розовая, без ничего. Вот. Продолжаем. Копилка у нас идет. Опа! Стоять. Цвет розово-оранжевый. Один из моих любимых цветов, это, несомненно, розово-зеленая подложка. Всегда показывает отличные результаты. Ну, что ты наловил, показывай. Спиннинг под свои условия. Хорош этот. Мы будем под другие теперь. О, нормально. Вот гольчара.
Ну это, короче, ты вот все на свою резину, да? На фишерманку. На резину и немножко на эту. Как ты сказал? На фишерманку. Да. Я думал, ты сказал фишерманку. И немножко на блесенький миарик. Это мой улов, это Никитин улов. Самый козырный за сегодня. Да. Самый крупный. Самый, да. Ну что, ребят, в общем, рыбалка подошла к концу. Порыбачили мы неплохо. Утром клевало так нормально сразу. Часа полтора вообще поклевало бодро. С первого заброса даже почти поймали. Потом началась, как обычно, вот фигня какая-то. То клюет, то не клюет. В общем, и на блесенки клюет, и на джи клюет. Ловите на что хотите, но маленьких весов не бойтесь. 3 грамма голец кушает отлично. Шнур 0,6 ПМ, можно даже тоньше экспериментировать. Ничего в этом страшного нет. Вот Никита сегодня ловил на джиголовку 1.5 грамма. Я думаю, ему вообще шнур надо еще меньше ставить. Вон какая мелочь. А шнур тоже 0,6. Наверное, надо... 0,8, по-моему. Нет? 0,6? А, 0,8 вообще, да. Так что можно еще меньше. Это, наверное, уже последний выезд на снегоходе. Потому что снег тает, по лесу уже не пробраться. Скорее всего, следующий выезд будет уже на лодке у нас, да? Да, по-любому. Потому что уже и снег. Ну и уже места другие поймут. Голец уже катится. Рыба есть, но все меньше, меньше и меньше с каждым днем. Поэтому надо будет рыбу искать уже в низах. Все, всем пока, ни хвоста, ни чешуи. Карета подана. СТИ там как-то, СТИ, Субара, Техниум, блядь.